Пошли. Добрейшего вечера. Мы поселились в Чикаго, в китайском квартале Чайнатаун. Кто бы мог подумать, что ощущение такое, что реально оказалось, в Гуанчжоу или в Пекине, или в Гонконге полная реальность. И тут настоящие китайские рестораны. Если посмотреть внимательно, европейцев вообще здесь нет. Только одни мы с Димкой, потому что я отлично понимаю, насколько здесь все вкусно и вредно. Смотри, пожалуйста, на эти блюда. Только человек, который был в Китае, знает, что заказывать, может заказать эти блюда и получать от них удовольствие, потому что американцам очень сложно объяснять, что вот такой вот вариант рыбин тофу очень вкусный. Они просто поймут, что это вот такие замечательные ароматные грибы. Или свинина, жареная с горошком, рыжком и грибами золотой иглы. Европейцы, американцы невозможно объяснять, они не поймут его. Мы получаем это удовольствие. Оставайтесь с нами, и вы узнаете много интересного.